но Лили потребовала, чтобы не колено стали никакой. Конфликт между бывшими возлюбленными вскоре привел к тому, что санктуарий обнаружили как владыки Пенсфорнии, так и английский совет. Чтобы сразиться со мной. Я не думаю, я знаю. Империи, это безумие! Хватит! Наш враг Диабло, а не Нефалемы. С тобой я тоже скоро разберусь, Тирея. Я... Что это? Нет! Диабло добрался до арки! Диабло вытягивает энергию из кристальной арки. Вот почему ангелы пали. Если ее свет будет утерян для нас, мы должны остановить Диабло, пока это не произошло. Теперь только мы можем сделать это. Может быть, то, что ты потерял крылья, было к лучшему. Нам не пройти из-за скверны, которую наслал на это место Диабло. Отойдите. Свет Элдруина очистит наш путь. Ворота открыты, Нефалем. В этом последнем испытании никто не... Я в ловушке! Сможешь нас победить.
Но до сих пор никому не удалось выбраться из пучины собственного ужаса. Победа за нами. Диабло пал, и все зло исчезло вместе с ним. Зло не так уж легко истребить. Время покажет. Именно человек спас от разрушения два мира и навеки низверг великое зло.
ангелов и людей забрезжил новый рассвет. Ибо герой человечества, Нефалем, выступил против тьмы, противостоять которой мы были не в силах. Братья мои, я снова займу место среди вас. Но теперь, как смертный. Сегодня, когда справедливость восторжествовала, я стану мудростью. Голосом тех, кто рисковал всем ради нашего спасения. И в лучах этого нового дня ангелы и люди будут идти плечом к плечу. Отныне и впредь.